В 2011 году 30 человек ушло из библиотек. За половину этого года 17 человек уволилось, ведь уходят тоже молодые. То, что заработная плата 5 с небольшим, это не знаю. Может быть, к этому уже привыкли и говорят, но это не то, что заслуживают работники, которые называются работники духовного труда. Это 5-400 специалистов высшего образования. Вообще-то это позор. Это нужно что-то делать.